Take a breath, hold it tight, trace the memory in every line. Does anyone feel what I feel? I know you're that's more to me than
just another open door. You showed me I could get back, but you took it all. It's been too long. I'd been frozen, always afraid. I'd rather be alone, alone. No more crying from the bedroom. No more empty bottles sipping down with booze. 'Cause nobody can hear you. Oh, nobody can hear you. There's nothing left. I buried you in my wound. Yeah, you cut me deep, I can't forget. So I gave you up like a drug, so I could knock it down. That's why I couldn't stay around, around. No more crying for no. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Игорь.
И я, Серега, но пока буду комментировать, потому что мне игра установлена. Скачивается. Да. Пусть пока он устанавливает, я подержусь в бота. А я не в мороженый гигант. Ну а вы, ребят, пишите в комментариях, что вы делаете, как у вас дела? Ну что, Эль, давай покажу свой профиль. Я уже забыл, что здесь да как? А мне какая разница? Ничего, вспомни. Так, я буду слева. Знаешь, девушки. Казуя. Мишина. Казюлька. Во. Сам ты казюлька. Что казюлька? И да, ребят, кто сейчас смотрит или кто пришел новенький участник, ну мало ли что, подписывайтесь на его на канал, мою группу ВКонтакте, канал и так далее. Да. Все ссылки в описании. Привет, Оля. Привет, Оля. Рад, что у тебя все хорошо. Только вот тем более какой-то ник длинный в ВКонтакте. Вот в ВКонтакте, в этом Ютубе. Ну да. Оля Волк Геймс. Выбери одно. Это из обиды, если что. Ну это так. Я даже свинику укоротил. Заметил, кстати? Да-да-да, кстати. Что Наруто Пой просто там и все. И там, допустим, Планета Пой сейчас есть. Да. Игра на повышение. Меня повысят сейчас. Ага. Ух ты, какой. Зарплату дадут. Да. Миллион. Представь себе, я тебя буду бить. А? Да, когда не станешь. Так, погоди, какая кнопка? Пока. Ладно. Не важно. Слева, слева лучше всего. Вот так. Нет. Все, забил. Вот так. Так, что мне дают? Ну? Чего? Тыкву. Оказ на Хэллоуин. Ага. И 500 золота. Вперед. Следующий матч. Ребят, вы скажите, если игру плохо слышно, я добавлю. Кстати, сейчас пою я сам лучше всего. Сейчас пою. Нет, нормально тебя слышно. Хорошо. Ай. Меня эта бандитка с ножом бьет. Ты забыл, что тут есть то, кстати, с тобой еще? На! Опа. Красиво. Хоп, хоп. Все. Ну и бандитка. Я был бы не против такого ограбления устроить. От тебя урон. Уверен? Ну, помогал. Я. Здесь пока что-то не начинает, а потом будет там еще выше идти.
Особенно твой папаша, не забудь его. О, да. И маму. Рога. Спасибо за рога, блин. И маму не забудь. О, тоже. А, я же включил бой за эти. За сундучки. И чё? Точно, то ща я перейду в тот режим. Тут у меня бой с обычным. Без боссов. Давайте перейдем в аркаду. Хочешь хардкор? Да хочу, так это что? Потренироваться. Кстати, где там мой любимый боец? Улетел. Хотя. Так, а как тут костюм-то менять? Я, блин, забыл. Так. Я сам не помню. А, вот, всё. Я вот в таком. Всё, теперь я брутальный мужик. Сейчас будем к боссу идти. Ух, успел, пришёл и победил. Это как вчера в этом. Там слайд. Вот такой. Похож на меня. Когда я не бойный. Мне бы такой городом. Ну, отрасти. Так не растет в том-то и дело. А? Не растет в том-то и дело. Значит, молоко не высохло на губах. Да почему? Снизу-то растет, а вот с боков не хочет. Друг друга уложили. И, ребят, пишите, как вам я, как вам мой бой, как я сражаюсь. Нравится ли вам? Ой, какая няшка. Такого даже жалко бить. Ну, если она начнет первой, то я буду защищаться. Ну, поехали. Ах, какая. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Потише, дамочка. Сейчас подойду хорошо. Угу. Сейчас на секунду просто подойду, чтобы помочь. Жат. Вот так. Нормально. Спасибо, Оля. Ага, ты меня поддерживаешь. Ху-ху-ху, фига. Лежать. Ничтожество.
О, этот. Перекачанный мужик. Стероидов, что ли, обкололся. Натуральный блондин, блин. И хочу сказать, с 5 ноября пойдет череда стримов по новой игре. Так что ждите. Будет очень много и очень весело. Ух, здрасте. Ну давай, давай. Ну все, прощай. Я диамант. Опа, папаня. Папаня пришел. Мишима, Доджо и Хач. Хихач. Ну давай. Старик. Сейчас будет жесть. Да, вот и я. Что это? Вау. Эпик-то сколько? Так, иди сюда. Нормально, первый раунд за нами. Неплохо. Босса просто так завалил. Ой, ну вот это вот сейчас будет ад. Реально ад. Мамаша казань. Она вообще жесткая. Ну и красивая. Так. Где ты? Самый настоящий маду. Хорошо. Такая же. Yeah.
Давай. А тигры нечестно. Ай. Да ты что творишь, ты женщина? Вообще. Да ёшкин кот. Она жесткая. Так, я, конечно же, хочу продолжить. Так, секундочку. Сейчас я кое-что сделаю. Так, все, продолжаю. Да ты, блин, да ты, женщина. Иди сюда. Блин. Офигеть. Да блин, умажу. Да ты что? Фига она дает, конечно. Конечно, конечно. Мне нужна ваша поддержка, ребят. Пишите, что я ее просто уделаю. И, кстати, пишите, что у вас нового, как у вас там погода. Допустим, у меня сейчас очень пасмурно. Тихо. Иди сюда. Да иди ты в баню. Вот так. О, черт. Кажется, я ее разозлил. Иди. Ой, ё-моё. Батюшки. Ну нет, я не проиграю. Да.
иди сюда. Да ё-мо. Да это пипец какой-то, ребят. Конечно, continue. Сильно. Это же демон. Скоро появится еще один демон. Серега. Но ему я не проиграл. Вот ты тварь. Просто тварь. Вот как так? Не подходи ко мне. Да ё-моё, одного удара не хватило. Ну что такое? Конечно, continue. Всё, так обиделся. Ну ничего, сейчас мы зададим жар. Тоже дождь. Угу. Понятно. Да ты тварь. Ты не вам, это не вы. Ай. Иди сюда. Вот так. Нормально, уложил. Теперь надо справиться с ее демонической формой. Да что она творит вообще? Кончено. Да ё. Лежит. Да ты тварь! Вы видели, совсем чуть-чуть не хватило.
Нет, Мэйер все-таки победил. Так, я готов. Она и без тигра хорошо держится, по-моему. Ну тигр-то не обязательно. Да ё. Иди сюда. Вот так. Так, давай первую площадь скорее. Сейчас, сейчас. Мы его в прошлый раз почти уделали. Да ты летающий. Да ё-моё. Ничего, ничего, ничего ещё. Да ё. Зверь. Просто настоящий зверь. Ну просто зверюга. Сюда бы больше подошел Рок. Вот под Рок я бы ее просто замочекал. Ну хотя музыка тоже неплохая. Тихо. Ух. Так, у меня есть задний шум. Ах ты. Лежать. Да. Не победили. Не дает опомниться просто. Да я. Нет, я не сдаюсь. Женщина просто сильная вообще. Но демон.
Ну что у вас там? Да блин, я уже 50 раз бью. Зарезали, если кто меня не знает, я Серега, который комментирует обычно должен, а я отходил. Отошел. Ну, извиняюсь. Главное, этого папашу я убил с одного раза. Да? Ага, а вот с ней. А вот с ней уже мучаюсь, как вера. Тварь такая. У меня же 5%. Мне кажется, тебе до завтра спешается. По моим дуешься. Да вот. Да, с ней жестко. Очень интересно, сюжет, вот, блин, дается вот это, да? А если это, допустим, вот месяц, хоть бы друг друга, это вот нет половины, да? Половины сил. Опа! Олдо! Поздравляю! Ха-ха, я хорошо! Может, может. Сердечки в чат, пожалуйста. Сердечки? Конечно. Пойдем? Сердечки в чат, бегом. Так, ну, гейм овер. Теперь будем тренироваться так. О. За сокровища. Это вот не так сложно. Только с этой женщиной драться. Да, вы там Мигель. Я Мигель. Вот, вот, вот так вот надо включать сердечко. Доволен? Доволен. Итак, дорогие друзья, сейчас будет битва с... У нас, наверное, не получится между собой драться. Так, яблоко откусили. Пошли. О, ногти. Он знаешь, какого он похож? Он. Кто? Кто их откусил? На этого... Как его зовут? Данте. Немножко схожий, да? Ну не больше волосы белые. Не, ну спонсор немножко схожи чуть-чуть. Ну да. Ах, Ноктис, ты что творишь? Так, какая досада. Вот так. Не. Он сделает больше всего у тебя герой тату. Он у меня жжет просто. Кушает или зевает? Он хохочет. Или бухает. Ага. Такой,
Я зевну типа буль. Ну. Опа, опа, опа. Как вы Ноктис, а? Пошёл! Да, уж. Так вот тебе он пошлёт. Не пошлёт. Пошлёт же, ну-ка. На. А где тут танцор-то? Диско. О, я про него и забыл. Надо будет занять. Тут вообще прямо чух-чух-чух-чух-чух. И все. Выкрутаться, выкрутаться. Пришел Вим, победил. А, да. Тут прям пляшет. Вот тебе Ольга. Кинула сердечки. О, для Ольги розочка. Ой, тебе кинули. Козу кинула, заложа. Кстати, сейчас все жалуются на YouTube. Знаешь, на чё? На чё? На просмотры. Ну да. Пустину уже вырезали. Да. Я чё, он долго был? Смотрел стрим? Да. У одного знакомого. Нет. У меня было 1000 просмотров за день. Ну или стою такой смотреть там. 500 просмотров. Ты прикинь? Я, кстати, знаю, я о таком слышал. Нет, там щитка уже наглость, да? Ага. Как будто мы уже не люди, а так, типа, мы, блядь, козявки. А вы поднимаете свой рейтинг? Как поднять нам рейтинг, если вы нас, блядь, душите, убиваете в буквальном смысле? Угу. Нам канал осажаете. Да, действительно. И вам даже... То авторские права, то еще что-нибудь. Ага, блядь, то музыку не ту поставил, то еще что-нибудь, да ема. А если музыка в игре такая ставлю, что я могу сделать? А у меня один раз даже не за музыку, а даже просто за момент в игре. Какой жизненный секрет? Просто вот где показывали моего героя. Опять же, это же ты создал его. Ну. Блин. Это зафиги. И тут на самом деле наглеет YouTube. И пишут, короче. Это-то. О! Вот это одежка. Два близнеца, только я закладежка. Это моя одежда, короче. А, он уже умный еще, давай. А вот ВК, пацанок, это полегче, да? Вот ВК уже не может, кажется, уже вырезать просмотр. Потому что это им будет минус идти. А-а-а, блин! Ну, возможно. Просто подумай, если будут они вырезать, то и клиенты будут меньше, и... Скажут, на самом деле, уже закрывать, когда и ВК закрываете. Скажут, на самом деле, дождется. Ну а что, не так, что ли? Ну да. Ютуб и сам уже из себя давит, как говорится, ниже паха. Он себя убивает. Буквально вот это вот ютуб, битва ютуба друг с другом. Ага. А если написать, жалобу в ютуб, она тебя сразу забанит. Да. И ты что-то им против сказал. Хоть любой слово против сказал, все, тебя жалобу кидают и банят. Так. Опять же, за что, говорится, банят? За правду, что, мы сказали. И, допустим, вот, допустим, возьмем Need for Speed, да? Да, это все та же самая политика, блин. Нет, возьмем Need for Speed, да? Угу.
Там музыка встроена. Мы же не можем ее поменять, там музыку. А ну, без да. музыки играть это же уже не то, это уже не из воздуха, это просто так какой-то гонки. Без музыки. Иногда даже они жаловались на звук просто. Звук. Да, раньше ты был свободный, играй как хочешь, да? Ну да. А сейчас они, по-моему, нас убивали. А человек он топовый с бубы ютубер, а им сразу заткнули. Все, робы закрыли бы они свои. Без там, допустим, Алёша Пчёлкин там. И там еще какой-нибудь там. А да, им сразу. У кого за миллион подписчиков. Да. Да, они сразу заткнулись. Да, музыку можете включать, любую, пожалуйста. Мы вас не будем бать. А нас. Вы никто. Вы так себе. Угу. Нет. Это поднимайтесь. Да как нам подняться, если мы не можем подняться? О, Наруто, Наруто. Йо. Вот даже ты, наверное, Ольга Волк, ты там тоже заметил, что у тебя просмотров тоже не идут ни граммочки на твоем ютубе канале. Даже у меня нет просмотров. Больно-то. Может, так заглушается. Хотя я вот читал, что типа... Вот надо создавать новый канал, чтобы они типа больше просмотров приносят, потому что YouTube заинтересован в новых каналах. Да нифига. Да. Вот ты. Я вот тоже создал, что тебе новый. И что, ты ее сам за меня просмотрел? Ну всё. Да. Че там просмотр? 2-3-4 просмотра, ну от силы 10. Все, пипец. А где 1000 просмотров? И там, допустим, 50 просмотров хотя бы. Нет даже и этого. У меня считай, сколько подписчиков? 37 ну, просмотров да. всего. Ничего. Вот единственный просмотр идет только вот в этом ВКонтакте. Ну еще со стримов неплохо идет. Ну да, я говорю про стримы, тебе ВКонтакте. Ну да. А 300 там еще может еще выше прыгать, говорится, там просмотр. Но опять же он не урежется. Так останется. Вот это да. Ушел один человек и ушел один классный музык, к понятию мою уже. Вот даже Оля подтверждает. Так что, блядь, не поймешь уже, блядь, как уже на самом деле уже снимать игры и все остальное, блядь, уже. Mm-hmm. Вот и... Ой, гитара! Нет, а клипы если делаешь, вот ты у меня его украл клип. Как тебе мог украсть? Те же самые песни, те же самые там типа клип сделан. А если так совпало, то понимаешь? Правильно? Да. Если так посмотреть, все совпадает бывает. Играется одинаково. Да. Разве ничего не бывает в ютубе. Все одинаково. Разве только эти, как говорится, комментаторы, кто снимает игры. А игры все одни и те же, видео все одни и те же, выпускаются разные комментирующие люди. Да вот я скажу, даже в книгах, вот когда пишешь, тоже можно найти столько схожести. А я начал же книгу читать в ютубе. Ты нарушил авторские права. Ты уже на книгу наложил авторские права. Пиздец. Чё надо делать в ютубе-то? Ничего, смотри, вот этих проплаченных. Ага. Мы тоже люди, мы же... Не твари, мы тоже стараемся что-то сделать в мир. Вот мы, да, бывает люди и читами играют на, как говорится, читами. Но это зависит от человека, просто хочет он или не хочет играть, правильно? Угу. Допустим, снимает человек прохождение. Возьмем, допустим, Dark Souls, да? Возьмем просто его. Да, я, кстати, скачал Dark Souls. Не, просто скачал. Он, допустим, устанет, кажется, подыхать. Он плюнет, говорит, да пожалуйста, он сел в задницу уже. Что не так? Ну. А если он начнет с читами, он начнет его, хай, ты читер, ты это, он прошел на игру. Без всяких смертей, правильно? Без нервов. Вот именно. Это тоже, кто играет, он тоже нервничает, тоже бесится, правильно, когда умирает, по несколько раз. Ну да. А ты на одного босса идешь, на одного босса, ты раз от него умираешь. Это как я, блин, Код Вейн
Видели же, там 6 раундов было. Да. Я говорю, ты же должен здесь там бесился, нервничал с такой. Ну да. Вот ты не показывал, ты внутри себя нервничал, бесился. Что, говорит, ты уже плюнешь уже на это. Правильно? Да я уже думал скачать 4, но потом подумал. Да ведь загноблячу. Просто. Попробовать еще раз, да? Правильно, говорится, вот тот, он там, че там хайп точно играет? Да не хайте на тех людей, которые играют, читай. Это просто тех, кого же пукам бомбанул уже. Поэтому не играть читай, я тоже бываю играть читай. И че тебе? Я че, дурак что ли, че? Нет, я просто хитро делаю ходы, правильно? Просто хочу получить удовольствие от игры. Вот и именно. Все. А подыхать по 100 раз я не хочу. И призаписывать, потом еще обрезать там, допустим, правильно? Ну да. Там же ты умер 100 раз, это что? Все это, видимо, будешь выкладывать и скажешь, чувак, ты 100 раз умер, ты лох и лузер. Всегда. Ты 100 раз поумирал, ты вообще. И когда там с компанией... Я видел там один, короче, этот... Один блогер сделал видео, как он, ну, тоже типа Dark Souls играл, Bloodborne. И вот, там он босса бил 24 раунда. Играл он 2 дня. Вот. И, собственно, он тоже не он выложил. Сколько? Да вообще пипец, он там под конец вообще. Вот именно. Понравится, лучше не нервничать, да лучше читать приятели мои. Единственное, я скажу, вот единственная вещь. Если когда играешь там сетевую, там с кем-то, Ну опять же, спорь там у друга. Ты будешь выиграть с читами? Если он согласится, пожалуйста, играйте, да? Там, допустим, возьмем, как эту игру называется, когда вчера мы с тобой снимали. Торчлайт. Да. И захотели мы, допустим, с читами, мы там зайдем с читами, потому что там не будет там бани, правильно? Ну да. Сверхница запустились уже. А если, допустим, вот это возьмем, ну сейчас играет. Ну да, мы из в компанию пойдем, в компанию убьем. В компании именно. Да. А если один, конечно, пойдет человек с мобами играть, мобы-то ничего. Они там больно на одно так зациклены. Защищать и отходить. А ты там бьешь. И тебя убивают. Ну, да. Че не так что ли? Ох ты какая. Даже это возьмем, допустим, как еще игра называется-то. Честь. Как это? Конхонор. Да. Опять же, там же боты тоже продуманные есть. Вначале они слабые, а потом, блин, пошли сильные. Но если говорится, команда сложится, че, помнишь, что у тебя двоих заложили-то в одну. То вторую заложили. Если в команде, туда сильно получается, правильно? Читы уже нафиг не нужны. Ну да. А если когда один играешь в одиночке, что тут такого? Да. Чтобы особенного нету. Ну ты как же не я... играешь? Ай? Ну как я? Нормально. И вот, в одиночке можно играть, читай, правильно? Ну да. Это же, говорится, для себя, как говорится. Не то, что ты не слабым. То есть, говорит, там слабый, то есть только. Нет, просто надоедает. Приходить по 100 раз. Одну и ту же миссию. Это как легендарная GTA Vice City с ее вертолетиком. Оо! Я помню, вертолетик с бомбами. Лететь на бочки. Хотя еще бомбят тебя и эти. Как они строительные. Чудо. Или время еще тикает, тик. За время ты должен это успеть. Но. О, я это помню. Ой-ой-ой. Мороженое. Вот тебе мороженое, я съел мороженое. О, я это помню, давай. А GTA San Andreas. А что, знаешь, как я весел там миссию?
Какая? Это с машины надо как ее двигать там, подтанцовывать. А, точно. Вот это самый, блин, самый бесил был. А когда там девица, она еще дедан хапит. Тихо, надо украсть ящики. Чуть побежал, все, он проснулся, выстрел. Без права. Теперь заново. О, на ты. Что-то мы вспомнили GTA старые. Ага. Что-то мы старенькое придумали. Ностальгия, да? Ага. Я потом еще помню, бы дополнительно GTA Vice City, это ментовский беспредел. Там что хочешь, то и твори. Без миссии уже. Просто чисто на свободу. Он прикольный, да. Режим. Ну, может, он нас там угорит тачку гонять больше всего. Резуминты свои едут. Ой, на... Блин, вспомни вот GTA 5, надо ее точно ее снять. Мастить. Вот точно надо ее снять. Потому что сейчас что-то ее больно эту не снимать в одном смысле, так подумай. Ну да, игра старая такая. Можно ее снять сейчас свободно. Ну да. Но более даже возьмем, даже вот старая классика GTA. Все равно они тоже лучше были, правильно? По своему времени. Ну да. Хоть сейчас там типа вот сейчас GTA, но графон, все такое. Но все равно это уже не та GTA. Не то от первого же. Мне GTA. Это. Ну вот интересно, что они сделали в GTA 6. Ой. Я там смотрел, кстати, это трейлер там есть. В Ютубе. Не, а трейлера вот. Нет, это какой-то. Это какая-то подделка, потому что. Думаешь, официального трейлера нет. Если был, его бы сейчас все в группах показывают. Да, в группах. Бывает, не выкладывают. Я как бы слежу за этим за всем. Не, ну бывает, не выкладывай. О. Это что за? Чё, твоя половинка. Какая половинка? Половинка силы. Вот там, как говорится, там и Гасон были лучше. Даже возьми Готику. А первая мафия, помнишь? Ну... Вторая мафия тоже нормальная, кстати. Ну да, хорошая. Линии. Вот третья мафия опустилась. Третья вообще зашквал. Скалеты как-то опустили в одном смысле, там уже им больно не играет. Там теперь какой-то негр. Вот именно. Это уже не то. Как будто GTA, блин, уже пошло. Да, GTA, вот да, вот чисто стрим GTA. А вот Saints Row, Saints Row 4 вообще перешло. Раньше она была как клан GTA, а потом пошло поехало вот эти вот супер силы. По своим, как говорится, правил. Ну как может вот это двигается? Вот даже возьмем, допустим, Готику, типа, вот Готику. Что первую, что вторую, что третью, что четвертую. Все равно идеально не игры. Идеально сделано. Прохождение. Прокачка героя. Там динозавры, драконы, там маги, паладины, наемники. Там приходишь, там за кого ты хочешь прийти, там, да? Выбираешь сам за себя, ну, кем да. Ты хочешь стать. А не игра за тебя выбирает, кем ты должен был стать. А ты уже выбираешь. Ну это как и Skyrim. Skyrim тоже хорошо продуманная игра. Skyrim? Там сюжет тупой. Не поймешь. Надо в нее вникать там полгода. Не знаю, я вник. Мне нормально. Плюс там что-то изменяется, там, блин. Это. Лошадь дорогая, вначале, хрен ее купишь. Украсть ты уже вор. А я всю игру без лошади прошел. Мне норм. Это с ходок, да? Ага. Понятно. Нет, если новые игры, то более-менее есть там хорошие.
Он даже возьмет вот Tekken, вот этот, как ты играешь. Вот Tekken тоже нормальная игрушка. Она как ты еще говорит, отошла. Ну да. Вот и графон не такой же крутой, как считают с обычным графон, как GTA, типа там. Ну-ну-ну. Высший. А еще больше, как в Ведьмаке третьем. И Ведьмак тоже нормальный еще. Ну да. Конечно, единственное, что мне понравилось, не Ведьмак пьем, чем не понравился, мне единственная вещь, это управление. Сделано как бы в стратежке. Ходить отдельно, ну, ходить только все мышью, сражаться мышью. И не поймешь, где убил, кого не убил. Либо ты ходишь, либо ты убиваешь мышью. Сейчас прицелиться. Ага. А че не так, что ли? Ну я в первый не играл, не знаю. Ну я просто пробую я играть, я пробую я. А вот вторая, третья уже да, они уже сделаны прям классно. Уже такие прям колоссальные. Еще я надеюсь, что будет Киберпанк. Потому что он как бы. Ну вот, от разработчиков Ведьмака, во-первых. Не, знаю, что там трейлер, что там просмотр, что там комментарий, по-любому должна она выйти. Она должна выйти прям шикарно. Ну да, не обосраться, говорится. Да. Мы... А твой двойник опять. Еще вот еще нормальная игра, блин, была. А, этот еще мы ждем, как его. Токийский гуль. Ну да, вроде как нормальная и неплохая. По аниме. По всем. Да. По всем этим. Как. По всем сезонам. Жанрам. По всей копии. Короче, по этой части. По всем сезонам, во. Да-да-да. А у меня будет прохождение тоже. У меня будет. А за мной, короче, будет. Там не знаю, что даже вот еще там есть сетевой режим. Ну да. Может в сём пройдем, как говорится там. Так же, какая разница, правильно? Ну да. Да ё-моё. Я сразу говорю, я буду Канеки. А ты будешь Тока. Не-не-не-не-не, чё? Посмотрите, с тобой это самое, не. Ну вот такие классные кунаи, кстати. Я буду не убрать лучше. О, а они же, блядь, враги-то с Канеки. А это они были враги, но потом они стали друзьями. Интересно, хорошо, кстати, его. Он отлично, там бой был жесткий. Ага, был, вообще что надо. А вот фильм, когда сделают токийский гуль, фильм, слизан нас с аниме, я согласен, но половины там нет. Он даже как-то урезал фильм. Я что-то даже фильма не знаю. Есть фильм токийский гуль. Да? И там понял урезанность, он по аниме, но урезанный. Там тоже девочка-то есть маленькая, ты там в кафе, это все. Там показывают, как ему сделали операцию, все это там все описано так же. Но плана боев урезан. Нет, так вот, там может все бла-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 бла, и в конце драка. И все. Ну конечно, как они тебе такие спецэффекты сделают? А? Они же не голливудские эти. А я их сделал, знаешь, как они сделали, получается? Как? Новелл. А, да. Ты там бла-бла-бла, а потом в конце драка. И хватит тебе, как говорится. Махался, хватит. А, ну потом встань. Игры. Вот даже в Tekken есть мультфильм, кстати, Tekken. И в фильме есть Tekken. Я слышал про мультфильм. Да, ты мне лучше не скидывал. Tekken 4 мультфильм есть. И Tekken фильм просто есть. Да ты тварь. Вообще, грибастый.
робот. Робот Грыг. Так что, как говорится, хорошие, и баты плохие. Это сами разработчики делают. Либо с душой, либо с постоянной системой. Поиграют, типа. А тут деньги супают с нас. Ага, типа. Все равно заплатят. Да, да. Или вот. Блин, хочу эту игру, хочу. Купил. А у меня эта игра не пошла. Я отдал 3000. И пипец. Первый куй. Либо отдавай, как говорится, свой аккаунт продавай. Ну да. За эту же сумму. Если тебя купят, еще согласись. А, да. Еще не факт, что купят. Я и говорю, еще не факт. Опять он. Задача сказать. Ольга Волкова, ты когда мне показывал свой скриншот Стима про ту игру? Как она? Блин, вспомнил название. Torched Light, я лично не купал Torched Light. Она бесплатная. В интернете. Я не знаю, зачем там купать ее лицезуху, если она что так в моем представлении. Это то же самое. Ай? То же самое. Вот ты просто там типа бетки спрокачивают, тут бестолковые бетки они. Бетки так можно накачать. И тебе можно, ну что стоит она? Сколько? Почти 500 рублей. Да за эти 500 рублей я бы купил дорогую какую-нибудь. Ну вот именно, нормальную. Ну не нормальную, но средний, как говорится. Даже возьмем он дьявол, который в интернете там платный. Да, с ним он деньги еще отдает. Да, и кстати, я говорю, дьявол что-то вообще упало, скажем так. Потому что там будет много денег жрет. Она много просит уже. Не стали делать четвертую часть там. Потому что они много просят и дофига уже. И да. Это даже не взламывают, ты прикинь. Главное, пиратку ты хрен сделаешь, потому что она привязана к нему батлнету. Да. Тоже заметил, да? Да. Мы как будто вот не люди, мы кого, блядь, смертные, кто без денег живут. Кто не мог купить эту игру. Ну, зачем? Они обойдутся. Хотите, купайте, хотите, нет. Ох, какой. А пиратки не будет. Вот бывает, вот она тоже не так простых людей, ну, простых, да? Вот кто не может купить. Ну, да. Вот, допустим, та же Ольга Волк, Геймс. У нее тоже небольшие деньги. Она тоже, как говорится, пенсию получает. Ну, как говорится. Че, а мам, спрашивает, скажи. Мам, дай мне просто 2000, надо на одну игру. Она скажет, не пошел ты, дочек, в одно место. На свою игрушку. Че, не так, что ли? Ну, тоже верно. Или хотя бы Steam давал бы, допустим, такой бонус. Один раз бесплатный им. Знаешь, типа, на день рождения, бесплатная игра. Ну да, не, там, или какая-то там, типа, акция такая разошлась, допустим. Или такой-то уже игра не стоит скупать ее. Просто сделали такой тоже. Плюс, вот, себе. Не, зачем? Купать. И запустить. Как всегда. Но... Так вот что... это я кручусь, вот это я вообще. Так что Steam, что еще что-то там уже не так круто становится. Ну да. Попробуй лучше пойти какую-нибудь старую игрушку скачать, поиграть, побеситься. Скажи то. Я их прошел за бесплатно. Без денег. Ну а че не так, что ли? О, мамаша. Опять это? Ну. Это, блин, не сделаешь.
Тигренка. Тигренка. Так что вот. Вот так. Вот такие пироги бывают. Хотя кто-то подсказывает себе. Ё-моё, а? Ютуб, если вы слышите, вы вообще вот нас урезали. Всех новичков опустили в мать. Унитаз. Хуже. Хуже. Шлюзы. Да. Канализация. На, вот так вот. Учитель. Знаешь, что бывает бесит, Игорь? Что? Больше всего в мире. Это которые ютуберы закупают рекламу. За большие деньги. Эти поднимаются. Ну да, я знаю таких. Вот это хотим больше всего, да? Что я поднялся за себя, типа я поднялся, ну с кого-то там с помощью. А типа он сам один. Ну как бы, это его дело, есть у него деньги, он их тратит. Он без мозга. Бывает, что ты типа сам поднялся. Просто молчал, там, ну так получилось, и все. Угу. Хотя правильно? А кто говорит, я понял, а так он хочет 2000 рублей ютуба, чтобы его рекламировали. Я понял. Поднасли, говорится. А уж ютуб тоже. Как говорит, на хайпе поднялся, ага. Что ж мы не поднимались так на хайпе, да? А, чё-то, но у нас хайпа никакого нет. А у нас больно крутых нету, да? Там что-нибудь еще у нас нет такого, да? Подарков в YouTube у нас никогда не было, ни разу. А вот эти вот, например, тем, у которых 1 000 000 подписчиков, и игры бесплатно издатели предоставляют. Кстати, тебе тоже бывает об этом. Ты забыл? Тебе тоже бывает, выдают. Ну да, да, да. Это вот это вот. Ну это там связь такая, ну знаешь. Да. Но опять же ты сказал же честный. Ну да. Опять же, тебе же плюс. Ты же не стой, я ее купил. А кто? Просто дали тебе там за это закупали? Ну да, вот я говорю, 5 ноября ждите. Не, просто я тебе говорю, Игорь. Ты же ведь не качишься там, не подкаушься там, или там кому подкальнуть там. Вот ты типа там бомж, можешь пятигай купить. Как обычно бы делают и тут. И на чем прикол? Вот я усался я. Закажу им канал. Не буду звать его, не буду звать, как это загомить, я не буду рекламировать. Просто. Вот скажу. И там пишется реклама. Если хотите вы припиариться, просто напишите мне в YouTube или в БВС, что ваш там YouTube канал, либо группа припиарить бесплатно. Угу. Блин. Ну давай попробую. Пишу, он мне пишет. 6000 я тебе пиаю. Я это понял. А где бесплатно-то? А я говорю, а что просто подумал, они жирно, кто-то звук. Стоп, а бесплатно что-то написано, я убежу, бесплатно. А это как уловка. Да нафиг такой делать уловку, да? Вот тоже вот начинается жирнеть, да? Угу. Не что-то писал бесплатно, делал бесплатно. Это отвечает за слова. Что-то у нас, говорится, чмеришь-то. Бывает, так раздражают. Так, этот персонаж уже надоел, надо менять. Я, может, тоже тут болтовню надоедаю? Не-не-не-не-не. Нормально, вообще все. Хорошо, зашибись. Так что, блин,
Вот даже ты, Ольга, Вок, вот выкладываешь игры, допустим, ты даже их не оформляешь, их положим. Вот, вот, вот. Кстати, вот, да, не оформляет ни разу игры. Она их не обрабатывает, не делает эти, называется там, трейлеры, что-нибудь. Инфа. Да, она просто выложила и все. И я только не пойму, единственное, Оль, вот без обиды скажу тебе, без обиды, зачем писать над видео «Я люблю тебя, Сережа». Игра. Выложена. Я так не пойму. Ты либо себя пиар, либо его пиар. Как говорится, нельзя пиарить другой канал, просто так, правильно? Ну да. Вот у нас здесь игры, если у нас есть пиар какой-то, но мы друг друга пиарим, допустим. Он меня, я его, как говорится. Тут равноценно идет. Да, я пообещал, я сделаю. Не, просто у нас идет равноценный обмен. Да. Вот, допустим, я ему сделал рекламу там, допустим. Все. Он там сделает такую рекламу там, через сколько дней, да и пофигу. Ну сделай. Ну за нас уже равноценно обмен. Либо мы с вами вместе стримы. Либо просто я, допустим, как бы обычно болтаю я, тут я, не играю, как говорится, уже скачиваю игру. Но в основном вместе опять же стрим. Ну да, все равно мы вместе, как бы. Да. Ну друг поднимаем все равно. Я не хрипаюсь, ничего там, я просто не качусь даже, я просто говорю правду. Тут уже не обманешь. Чтобы там хейтеры сидят, выебнутся. Мы на дорожке, да, сковородки. Ну а что, не так, что ли? Ну так, что-то правильно. Или бывают хейтеры сидят, которые начинают тебя наезжать. Ну, унижать тебя, короче. Что ты там, типа, там... Да, знаю таких. Ну, я тоже бы описал, я, по-моему, не буду уже говорить. А ты начал сам пройди, а ты сам сними, а ты мне покажи хотя бы. Чё ты меня хейтеришь, что мне? Встречались мне такие. Не, просто вот такой. Покажу, что сам такой классный игрок в мире. Но если ты, блядь, видишь, что я, допустим, там нублю и чего, что я нублю там в играх, бывает такое дело. Асей, ты не знаю, больно, как у нее там играть, правильно? У каждого свои ошибки. Нам что-то хочется. Знаешь, где у меня хейты? Знаешь, где? Где? В этом как раз, который сейчас снимает игру. Да, ты чувак. Мне первый раз снимал стрим, тоже, знаешь, там мне хейты. А я вся думаю, а что у меня хейты? Если я больно, ты гуд, то больно, да не знаю я ее. Ну взял я этого инженера, но откуда я знал, что он такой нуб, этот инженер? Что он не такой крутой, как маг? Или там, как стрелок? Ведь правильно? Или там, это еще какого там его зовут там? Берсерк. А это как клоун. Я даже уже думал, уже на самом деле. Стрим перезапустить, типа зам перекачаться, от мага перекачиваться. Потому что у мага больше преимущества. Кстати, точки классно видно. А чё? О, видишь, берут у себя. А у этой... Под цвет. Сейчас за этого забаним, типа, твою мать. Скажут, интим показывают. Женщина задрала ногу, все. Игра задрала ногу, игровой персонаж. Ой, блин. Ютуб, да, наглеет, жестко. Сейчас я вот проверю даже потом, когда закончу. Придет ли мне что или нет? Слушай, прикол тебе расскажу. Помнишь Need for Speed Run? Угу. Вот, я говорю, там вообще музыки-то и нету. Вот и в игре. Просто вообще там музыки нету. Короче, играем. И мне типа просылается. На вас страйк на ушках. Думаю, там что за страйк.
За одну машину стать наложили. За машину? За БНВ. За БНВ. Прикинь? Фигеть. За простой БНВ. Это там какая-то марк такая известная уже. Я что, виноват, что там это из игры-то? Я что, блядь, ее специально, что, блядь, ее выбирал там, допустим, или чего, дай? Но. Ну, по вообще, говорит, тупо мут душит. Не, на самом деле, классно снимать стримы, это только ВК. И просмотры идут живые, и комменты идут живые. Ну, я вот еще не проверял Twitch. Ну, Twitch, я не знаю там как, я ни разу... Говорят, что там намного лучше. Не, я не ничего не говорю, потому что я там ни разу не был, я не пробовал. Поэтому я ничего не сказать отвечать. Так что, я, как говорится, молчу. Девочку уложили. В постель? В горячем? С мужичком? С бацелом? Ты знаешь, какой еще будет прикол, какой банк будет, банк, знаешь, какой? Какой? Такой, пьешь кофе, банк. Пьешь чай, банк. Даже пить нельзя, не жрать нельзя. А если Пепси? Реклама. Пепси рекламе. А реклама вообще. Я угораю. Я смотрел там, короче, видос, там, стримы, кто забоченные, там, бывают, там, топ забоченных стримеров. Mm-hmm. И, короче, сам первый топ занял этот пацан за то, что он, знаешь, что сделал? Что? Что он сказал, что он дурак. Его забочили, видимо. Оскорбление администраторам Ютуба. Прикинь? Он дурак, и он администраторов оскорбил. Че? Ага. Что он сказал, что он дурак. Типа на них пришел, что они типа дураки. Понимаешь? Даже матом нельзя уже ругать. Ни С, ну ты понял, о чем я. Ну, ни, да. Ни тем, ни сё. Ну сейчас вот, смотри, все. Все, у меня однозначно будет сейчас страйк. А, за пушку. Нет, за. Да, вот за это. А как же люди это стримят хентай? Там вообще полнуха. М? Не знаю, я такого не видел. Не, их не. А ты просто видел эту ютубу? Играешь туда? Ты вылезет. И ни разу до одного банка не наложил. А там такие моменты, что ты обалдеваешь. Но... Понял? Угу. Я разумею, смотрел это. Я уже подумал, ничего, хентай снимаю. И озвучивать еще? Извини, озвучивать не буду. Не-не-не. Охи, сдохи, я не могу даже. Не-не-не, ну пусть это. Фу-фу-фу. Или еще бы тебе бать, это нас это, снимать еще игры про Киев. Это все меня убивает. Меня это убивает вообще на дух. Ольга Волк, расскажи про себя хоть немножко. Кто я тут говорю, говорю. Как птица говорю. А я только смайлы и лайки посылает. А все ничего не рассказывают, только ясно, да? Так мне интересно. Ну да. Хоть я себе что-нибудь расскажу, я у меня мужик, у меня язык не из костей. Уже язык болтать. Потому что уже на две игры скачается. 100%. 70. Ну, блин. Надо было тебе утром его кинуть. Надо было стрим завтра начинать, да?
кинг, я бы уже все там уже установил, скачал, уже все сделал. О, боже. Короче, это стрим просто игры пока, так что не обращайте внимания, там на фотографии лежать. Ага. Серега. Просто комментатор. За это предлагаю часть этого. Вторая часть будет у меня. Тёма, потише сделай. В этом, контакт. Вторая часть. Уже я тут больно доверяю. Ольга Волкова, хай молчай, давай болтай. Давайте общаться. Давайте общаться дружно, а? Так, а если я возьму еще более откровенно? Сейчас подойду, хорошо? Ага. Возьму пока 25 пачек позолотить. Будет руку не испачкать. Это подарок, да? Так, извиняюсь за задний шум. У меня тут брат просто видео смотреть тоже. Не пугай людей. Да, не пугай людей. Тихо. Ой, ты мелкий, как дела? А, все хорошо. Оля, ты хочешь, чтоб я постримил еще Dead or Alive 6? Это что за игру? Ну, Dead or Alive, это где? Он, ну, тоже такой, типа, Tekken, только там одежда рвется и все такое. Я играл в пятую, да? Да-да-да. Ну, она из Липалас денег стоит. Рамки нет, бесплатный такой. Играть в сетевухи. А я там не видел. Фикс. Фикс, фикс, фикс прайс. Справишь, видел, а? 750 рублей. Ам. Юля, вот фу, Юля, блядь. Оля, короче, если тебе нужен тебе аккаунт в этом... Диме, отдай мне его, пожалуйста. А ты есть такие классные. Я в них поиграю. И какие же там игры? Там полно не хорошо, кстати, у нее закупка. Ну и хорошо. Ну чё, как ты? Чё, я уже взял, а девушку призывать. Ракурс. Ракурс хороший, как с ним можно кончить. Мы, как говорится, большие приколисты. Удачи. Ну, это прикольнее, чем быть, как говорится, вечно смурным человеком. О! Женский бой. О-о-о, я точно подрочусь. Что да, Ольга, дашь мне аккаунт свой? А совсем? Ну давай мне логин, пароль, пиши мне в этом одноклассник, в ВК. БЛС. Я заберу. Я даже со своей майлой полностью. Аааа. Это уже какой-то Юрий пошел. Ты говоришь, Юрий, да? А если человек есть имя Юрий, то что?
как-то непонятно написан, получается, блядь. Юрий, я вам... Дожились. Её ж допихнули за это. На тебе. Если у тебя будет сын, я не буду звать таким его именем. Не-не-не-не. Ой, прям потянулась до нас. А мы его пец трогаем. Ох, господи. Хоть мы и дураки, хоть мы и дурачимся, но прикалываемся хотя. Не знаю, на ютубе открывается. Жердяй! У тебя там жердяй есть, и тут жердяй есть, да? Ага. Сейчас мы этого жердяя покушаем. Это он похож на того жердяя, кстати. Да, где ты какой? Маска такая же фактически. Видишь, что был такой? Пельмешки ведь любит. Ну девочка-то красивая, зачем бить? Такую няшку. А-а-а. Бейку. Такую форму стою. Я стараюсь, там была в фон-фоне, либо она была. Да? Угу. Нам кажется, если бы веки приз в неё было. Потому что, не, мы такую девочку не поднимем даже, мы сдаёмся. А ты представь, если бы вот такой костюм Джон Форс уже и рвался. Я когда вообще тут не выходил. Что нет, то Оли? Не даст она тебе аккаунт, не даст. Не даст она мне, да? Не даст она свое тело. О, ладно. Ольга, я на тебя обиделся. Вредина ты, Оля. Вредина. О, опять ты, Юрий, пошёл. Киска. Опять ты, Юрий, пошёл. Окей. Вася, Вася, иди там так кисули. Там кусают. Твоя жена. Вот ты и. Ох, жена. Если две девки встретятся в поле битвы, лучше, блин, бежи, мужик. Либо тебя убьют, либо тебя не обоют и изнасилуют. Это факт. А зануда тебя изнасилует. А я волну не против. Бау. Видишь, ей тонкие когти торчат. И нога спасать тебя, да. Ладно, не пришёл. Блядь. Как его зовут-то? Люкан. Не-не-не. Люкан. Это всё Киа-Киа, ты тоже там орёт там по фильму там. Которого убили ты его. Брюс Ли? Да, о, Брюс Ли. Вот копия он. А сам заметь, даже у того автора стоит.
Он похож на него. Ну да. Он тоже боец по фильму везде. Оу. Брус могущий. Ты знаешь, что не хватает? Маски. Тут вообще бы поржал бы тут он. На щи, как говорится. И да, сегодня, наверное, не буду я стримить свой какой-то видео. Если что, я завтра, может, буду стримить. Потому что не хочу сегодня стримить. Даже сегодня интересно тут провести время тоже. О, опять женщина. Пора. Ну, чушь, тебе везет. Девушки. Не везет, не повезет в игры. Ну да. Ну и там всякие няшки приходят, а? Всякие красавицы. Жаль, нельзя снять лифчик и трусы. Может быть, модификация такая. Ну и только модификация. Опять же, онлайн не будет. Вот в чем проблема-то. А по-моему, эта модификация не распространяется на онлайн. Да? Да, если мы так будем снимать, нас точно YouTube скажет. Пошли отсюда, извращенцы. Мы, как говорится, поклоняемся одному вождю. Это Ленину. Товарищи! Вперед! Расстрелять меня! Сразу. Это вот, Оля, вот не вышли заломать тебя в стиме. Вот не надо гнать, лапшу на уши мне вешать. Вот не люблю. Да. Тебя взломали. Вот, блин, любит меня обман. Это специально, чтобы ты везти мне давать. Оля, а ты где живешь? Я, может, типа, иду в гости. Да. Погуляем. В интимной обстановке посидим. Так, хорош клеится. А чё? А чё? А то. А чё, заревновал, что ли? Нет, мне вообще никак. Не говорит, что не холодно. Тебе Оля нравится? Не. На чём проблема? Блин, холодно. Оделся в погоде. Опять пустяк. Мальчики. Ты Белоснежка. Ох, юшка-матрешка. Ну кто же знал, что такая погода будет? Погоду считай. Осталось тут мало. А снега-то. Обещали плюс 30, я вышла вот. А тут снег. Минус. Нет, минус 10. И ветер. Нежно заморский. Ха! Оба! И такая смотрит в концовке. Да, тихо, тихо. Только не говори-ка, а? Да. Что я погодил одну зимой.
Ништяк. Очки. Очки, я не могу. Так. Теперь давайте по-серьезному. А ты чё, его по-детски, что ли? Это было так. Ты серьёзно все хочешь? Айда в Хонор. Ого. Будет там тебе серьёзно. С радостью. Ну ладно, дай. Давайте. Больше тоже скачается. Играем уже с тобой. Кто знает, правильно? Ну да. Главное держать позитив. Нам торопиться-то некуда. И главное держать позитив, и оставим поднимать людям. Да и с ним не падать духом. Чё, Ольга? Всё, выезжай, она сказала, где она живёт. Чё, где, не пойму. Синепалатинск, Казахстан. Это где вообще? Знаешь, братуха, это из твоего города. Это из моей родины. Ну? Это ты где можешь поехать-то? Я смогу. О-о-о! Не завидуй, не завидуй. Но не хочу. Ах ты какой! Ах ты какой, а? Я занят. Не, Ольга, ко мне лучше приезжай. Боже, ты готов сразу скроб. Ко мне ближе. Тянем ближе. Ну тебе и ближе, только меня там ни хрена нет, нет. Зато и все. Ах ты хитрец какой, а. Ох, жизнь наша. Ой, где-то можно посмеяться, да? Ага. Ты это не ссорь, не обижаешься на нас. Мы просто хотим пошутить все-таки по юморству. Чем бы сидеть, молчать и в тряпочку. Молча, вот так. Или бу-бу-бу-бу-бу. Пошли нафиг. Или типа, ах ты гад, ты меня убил. Или нет. Я бы как он там писал, там, типа, там коммент. Что ты сдох? И он сдыхает. Ах ты! Пи-п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 и. Пи-пи-пи, докончится до утра. Ага. Поспал, проснулся, умызал. Все. Пи-п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 и. Ой, у меня голова отвалилась. Тоже забан за это. Извини. Да. Ой, блин. Аж мы любители чисто пошутить, чисто пожрать, посмеяться. Просто веселиться. Что? Ну да, да, да. Потому что мы, мне кажется, не такие вот там бяки-буки, как говорится. Мы просто от души делаем. Душевно в душ. И вкладываем душ, даже скажем. Если не кладут душу, что ж будет зрить, попробовать получится, правильно? Ну да. Без душа на видео тоже не прикольно. Я вот всегда стараюсь сделать там какие-нибудь навески, музыку подставить, там все такое. Ой, молчу видео, бывает, я молчу. Я молчу, почему? Потому что никто не разговаривает, мне никто не пишет. А что мне просто так говорит про себя, правильно, никто? Ну да. Если он сам ему разговаривает, скажет, чувак, ты что, ку-ку? Ты психушку пора? Он с собой тоже неинтересно. А? Сам собой тоже неинтересно. Я вот и думаю, может быть, конечно, 5 ноября все-таки люди будут заходить. Ну, хоть общаться там.
кстати, 24-го тебя всех приглашаю на ДР. И будет стрим на день рождения. Многочасовой. Окей. Всех приглашаю. Не. Наш состоит с 8 утра, а закончится ближе к 20. Охренеть. Стрим. И будем бухать, и все остальное. Чё я? Чё? Я инвалид? Да. Ой, а чё тут удивляться? Игорь тоже, я тоже инвалид. И чё, мы чё, не люди, что ли? Мы все люди. Чё ты такой особенный? У меня вообще вон, а руки и ноги не работают, я подбородком играю. Мы снова человеки, правильно? Мы же разговариваем, мы же видим. Даже ты себя вот там это, не упрекать, что ты инвалидка. Не надо так себя повести. Это не приговор. Вот именно. Приговор только единственное бывает, когда ты полностью парализован. Это приговор. Это не может ни говорить, ни ходить, ничего, а просто лежать столбом. Это да. А ты говоришь, и ходишь там Ольга по-любому. Да ты, Ольга, ты не говоришь, я забыл, ты не май, извиняюсь. Ну сам ты видишь, ходишь. Тебе сам ну что-то лучше есть, правильно, Игорь? Ну да. А Игорь только может разговаривать, видеть, но руками не может и ногами не может действовать. Так что у каждого минуса есть. Тут ничего такого нет особенного. Мы все люди в самом планете. Мы же не животные. Играю, пишу подбородком и все делаю подбородком. То, как умеет, так и делать, правильно? Да. Только пусть к себе. Опускать руки, все остальное, правильно? Ну да. Я тоже говорю, у меня левосторонний гипорез. Знаешь, что такое, да? Ну, кого-то объясни, конечно. Я тебе объясню. У меня пушок сделал травму головы. Я потерял много крови. Потерял целую пилотажную. Короче, мозг практически на 50% мертв. Левосторонний мозг. Из этого вот мозга левого, он у меня медленно развивается, медленно становится взрослым мозг у меня. Мне получается, типа, мне будет 30 сейчас, по идее, мне будет 30 лет. Но мне получается не будет и 30, а по тому возрасту, по мозговскому, понимаете, мозги что ли, как бы, по-русски. По мозгам. А? По мозгам. Да. Будет, типа, лет мне так 19. Понимаешь? Развитие как дает такое. Ну и чё ж теперь? Да, мне школу запретили. Нет, я ходил сначала в школу? Ходил я сначала первый класс. Я писал там М, Б, М, Ж, Б, З, Б. Одни буквы писал. Слова не писал ни разу. Умножения не было. Ну, короче, учился я сколько? Полтора года я учился. Ну, 6 месяцев. Ага. Поехали в Саратов, на ВТЭК. Вот. Врачи, когда узнают, что я учусь, моей матери дали, как говорится, крендюлей, и учительнице, и врачу. Мне дали учиться. Мне вообще нельзя учиться. Он говорит, если он закончится и писать, он сам научится читать и писать. Да, читать я умею, читать я умею, но я не так быстро читаю, читаю очень медленно. Поэтому я никогда не озвучиваю ни игры, ничего. Потому что я читаю медленно. То я читаю про себя больше всего, не вслух, а про себя. А пишу, да, с ошибками.
как уметь, так научился писать. Чё ж теперь? Я понимаю. Правильно? Ну да. И а все что? Равно ты молодец. Ну, я начал вот писать и читать. Я начал, это скажу, в 12-й я начал. Сам. Дом. Взял азбуку. 1900 года была азбука. И вот по ней начал бегать. Потом потихоньку начал писать. Потом у меня был компьютер. Вот все потихоньку началось. Как-то. Единственное, что бывает спасает, это когда пишешь, ошибки исправляет ВК. Там есть. Ну не все исправляют на ошибки, она бывает. Вот больше делать ошибки ВК. Вот исправляешь, она как еще искажает тебе еще больше. Ну да, есть такое. Да, напишешь. Привет, а там будет там спальня. Приветик! Привет, приветик. Наверное, не так писал. Ну да. Ай-яй-яй-яй-яй. Может, отвлекаю? Не-не-не, нормально. Вот. Так что мы все по-разному. Даже Оль никогда себя не это... Не гнобишь, что ты говоришь, инвалид, а все такое. И чё, мы все люди все равно, Оль. И игры я... Мы команды. Даже вот у тебя же есть друзья Хрейза, она тоже инвалидка. Мне рука проблема с развитием с рукой. Медленно развивающая. И чё ж теперь? Так что тут у всех по-разному. Есть ещё Юки. Она вообще, она старше меня на 3 года, она тоже инвалидка. Ни разу замужем не была. Ни разу не был мужчины. Он девочкой ходит. И чё теперь? Жизнь разная. Так что не надо плакаться каждый раз и говорить всем, что я инвалид. Люди, бывает, не понимают. Даже он Игорем докажет, что правильно. Есть и похуже. Что им похуй, что ты инвалид или не инвалид, хоть им... Вот тебя басы спереди, скажут, сколько по щам получишь. Чё не так? Да, меня раньше вообще не набили. Типа, о, ТЦП. Пять, всё, тупой, дура. Ты боялся, боялся, помнишь, я боялся меня? Ну. Начать. Ты расскажи, Ольга, про меня, как мы с тобой познакомились. Познакомились мы с того, что тебе как бы нужно было помочь с каналом, я как помню. Ну да, 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 да. Ну ты как со мной начал общаться, расскажи, как? Ну, вначале я боялся о себе что-либо рассказывать, как бы, потому что я думал, ну, а вдруг не поймут. Как многие были. Вот, ну, потом как-то так я по-доброму с ним общался, разобщались, и сейчас вот почти как кровные братья. Ну, почти. Уже полностью братья. Да. Я ему даже, Оля, вот не веришь, не поверишь, я ему даже купал игры тоже, ему купал по Steam. Это было у нас первое закрепление дружбы. Да-да-да. Ну и я тебе тоже подарок сделал. А что, ты, кажется, спину подарил, и я тебе, кто у нас первый был? По-моему, так. По-моему, ты. По-моему, я тебе этот Джон Форест подарил. Да, он пошел постепенно. Ага. О, кстати, Игорь, у меня есть идея одна хорошая. Давай-ка назад, дальше скачай. Что? Этот. Дай байлай. Окей. Зад вот у него можно поиграть хорошенько, кстати. Это, прикалываться вот чисто. Вот был Хэллоуин. Это вообще будет трэш. Я, кстати, этот праздник, ну, не так привечаю, почему-то. Ну, да, игр пойдет для страшных. Ну, да. О. Погой день, правильно?
Да блин, да. Будешь комедию снимать на Хэллоуин-то. Так что Ольга не думает об этом никогда. А лучше не говорить, что ты инвалидка. Никому это не будет интересно в жизни. Всем будет плохо, когда они твои связи не думают. Ну только если ты с человеком уже очень долго общаешься. Там уже год, там. Да. И то опять же надо постепенно говорить, не сразу. А намеков давать. Они говорят, я инвалид. А чего инвалид? Какой инвалид? Тоже объясни, правильно? Да. А у тебя, говорится, болезнь. Какое там тебе развитие, чего у тебя, из-за чего. Может, ты скажешь, что он занимает, а он скажет, а чего именно? Может, у тебя спит. Это то, что инвалид считается. Инфлюенчик. Может, ты на голову кто-то там, да? Да, может, там маньяк. Это тоже инвалид считается. Ага. Так что пойми, это... Оль, это слово, оно по-всякому формулируется. Надо подать так, правильно ли подать свою болезнь. А не так, как специально заявить. Так, мы пошли. Тут маньячка. Тут не надо. Он был, Игорь, тоже был там расстраивался, там был, я его поддерживал всегда. Не дал ему подпуха. Я всегда на его стороне был. И до сих пор он стоит его. Да, Игорюша? И я на твоем тоже, да. Даже что у нас случилось на душе, мы тут другу расскажем мужские, и нам легче становится. Ну да, так оно и бывает обычно. Всегда надо с кем-то делиться. Особенно с хорошим другом, который всегда все поймет. Который не кинет и не бросит. Да. Хватит, друзья. Сначала год. Дружит, а потом все кидают через, ни за что, и все. Да, были у меня такие люди. И причина какая, из-за чего, непонятно. За что через, без объяснений. Да. Жизнь такая жестокая, по жизни жестокая. Сейчас вообще жизнь жестче пошла. Так вот, Оля, никогда не сдавай. Никогда. Бери то, что тебе дают, и забирай. Никогда не отказывайся ни к чему. Дай тебе, забери. Хочешь, не хочешь, а забери. Как говорится, никогда, никогда не сдавать. Да? Это вот мой этот наш девиз. Не обижай своего напарника или друга, или брата. Потому что, типа, Тэнк, это же... Пришла. О, Тэнк, здорово. Привет. Так что, бывают все люди инвалиды, и все мы тут одинаковы. Никогда мы не бабим. Все разные. Мы все одинаковы, потому что мы все люди. Мы так же с поти и с крови сделаем. Свои ограничения стоят. И чё ж теперь? С нас ограничения стоят. Зато у нас есть плюсы у Авина. У кого нет таких плюсов? Нам было даже завидуют. Кстати, Оля. Mm-hmm. Если ты не знаешь. Даже ты, наверное, Игорь, не знаешь, что нам бывает завидуют люди. Знаешь, чем? Чем? А что мы не работаем, не ходим никуда там. И мы деньги просто так получаем. Сидим дома. Это тоже им бывает завидно-то. Не, я, конечно, пытаюсь работать и все такое. Не, ты не понял, просто, ты не понял меня. А то люди, надо пойти работать, надо пойти, понимаешь? Ну да. Как говорится, гнуть спину там, гнуть свою жопу, как говорится, по-русски. Так что, тут много чего бывает. А нам чё? Садил на диване, плюём потолок,
И нам пенсию через месяц. И побольше, чем зарплата. Не знаю, у меня не такая уж большая пенсия. У меня тот... Всего у тебя сколько лично? У тебя сколько тебе лично? Так, где-то около 10 тысяч, что ли? А у меня тоже так же. Просто одинаково получает. Mm-hmm. У тебя же твоя группа нерабочая, правильно ведь? Да, yeah, первая. А, у тебя первая. Mm-hmm. У тебя другое, у тебя это... Как считаешься, человек без рук, считаешься без ног. Да, это первая группа. У меня вторая группа. Нерабочая тоже. Так что... Танка, ты, ну, пропустила только разговор с... Ну и битвы. Серега с нами не воюет пока, потому что он озеро не скачал, если что. Я гляну, что там скачать. Я воюю просто с компьютером. Вот так вот, Поль, и не говори, да, спасибо. Просто дружеский совет тебе, Ой. Просто дружеский совет. Мы же друзья, а не враги. Мы все инвалиды, друзья. Будут поддерживать. Потому что кто нас поддержит, если не мы? Ты именно. Вот думают здоровые люди, что нам там хорошо так жить. Что он в кайф. А то он побыл в нашу шкуру бы, поебал со стороны бы. Как жить? Что не так, что ли, Игорь? Да, так. Уж бывает там, говорит, вот ты пенсию получаешь. Ой, да? а сколько боли приходится переживать. А я хочу сказать только об этом. Вот ты пенсию получаешь, вот ты это, вот ты просто так сидишь, нихуя типа не работаешь, а мы вот вкалываем. Бывает вот так вот, мне тоже бывает так бывает говорить, я с такой бать встал, как говорится, со злости, я сказал, ты слышишь музыку, а ты вот посиди в моей шкуре, ну и даже не в моей, в любой шкуре посиди человек, который без возможности даже, который есть. А то они могут ничего. И посмотри, как они живут. Как они питаются, как им одеваются, как им бывает. Тяжело даже будет одеться, будет тяжело. Ты думаешь, что такой умный мужик? Если ты умный, ну браво. Но, извини, пожалуйста, мы все люди. Все одной крови. Все одной нации. Чё тут? Да, у нас ограничены возможности. Ну, извини, гонит неограниченный. Но мы же не виноваты, если так матушка природа так создала, правильно? Ну да. И до конца нас доделала мать природа. Упустил все свои. Эти. А может быть, мы и так и задумали. Может и тоже так быть. Как фигур склеенный бывает по-разному. Как красит бывает телефон по-разному. Нет ничего одинакового. Есть слепые, есть глухие, есть немые, и всякие люди. И даже слепой, глухой. И еще без рук. Нет, слепой, глухой, немой, без зуб и без ног. Вот даже вот такие люди даже рождаются. И живут. Ничего. Это живут. Хотя они живут не как в семье, а дома в больнице. За ними ухаживают. Но думаю, что тоже оставить семью, ни маму, ни папу, не заметит никто. Так что... Оля, ты еще, как говорится, молодая. Это я старый. Да ладно, жизнь только начинается. Я уже сказал, что я старый. Тогда я тоже уже старею. Но я решил, а ли дедушка, так что мне не обидно. Ну, в смысле,
Так, в смысле, что мы все одинаковы. Тём, ты чё делал? Ну это там согласен, вот Тенко. Ну просто вообще, ну мы все люди, но понимаете, мы веду. Я вот о чём веду речь, что. Я говорю, что мы все люди. А почему говоришь, что ни одной крови? Ты знаешь, что змея схожа с человечеством? Не, она говорит, что типа про группы крови. Разные. Я тебе говорю, вот змея. Он говорит, человеческая кровь. Ну да, я вот, знаешь, читал про расследование убийства, короче, оказывается, это было просто свиная кровь. А расследование было такое, что... Ну что, даже человек присаживает, это сердце свиньи присаживают. Так что тут мы все равно провиден. Как говорил Маугли. Ай. Так что тут ля-ля тополя там говорить. Ааа. Так, зараза. Блин, зашли люди от свиньи. Чё от обезьяны. Ну чё, не так что ли? А кто знает, от кого вы произошли? А то, знаешь, как больше, так хочешь поржать? Я еще читал, короче, что была догадка, что мы произошли от этих, от рептилий. Это ладно, а еще, знаешь, какую еще догадку? Какая? Что мы еще произошли от рыбы. Это вообще куда феномен тянется? Видно, какой ты старик, да, конечно, только. Да, я старичок, я в реале дедушка. Ага, а где вставная челюсть, а? Вставная челюсть? Да, потерял где-то. Тогда ты должен говорить как-то по-другому. Пожалуйста. Все равно, пошли погуляем. А что я жур потерял? Не могу их найти. Я же свалил. Всё. Вот так вам без тяжести хотели. Я в чайник с трубкой курю. Я старый еду, купил 30 лет. Ты скоро тоже постаришь. Я сам тоже быстричку. Да я уже стоит-то. Ха-ха-ха. Ну что, я уже кто-то ставит в тузию, вот это вот. А кто-то что ждать-то? Ну что? Это что, внучок? Это не я, внучок. Стань, говнучка. Дай, пожалуйста, вставную челюсть. Я ее вставлю, вот это ее нашла церковь. Извини, я ее уже вставил в себе. Ах ты, хитрый старый дед. Так. Видишь, у меня уже вон волосы седые. Вижу. Почти плохо вижу, очки не те уже. Надо минус там 10, наверное. Победим. Я уже очень старый, седой, лет 100 уже. Ну когда мне лет 250. Представляю, такие дряхлые старикашки такие. Ну сейчас пойдем в пекин поиграем. Пошли с их трошиной, что ли?
Экспорт, где мышка, где клава, а то я тебя учу. В детстве. А я нашел мышку, живает только она. А клава плачет что-то, пищит, как кошка. А экран что-то пердит. Ау! Чё? Ваня, в стакане поищи челюсти, говорят. А где именно? Я тут стакана нету. Ванная, она сказала. Ванна закрыта. Где я забрал тебя? Лень, вставай, дай бадик пойду. А так. Как туристы, блин. Ну, что по жизни, блин, юмористы. Ну, это да. А то полубратья. Какие полубратья? Культурные братья. Игорь, что? Она поименовалась. Игорь, Серега и смех, и бой. Короче, юмор. О, господи. Ай, короче, это ты называй меня как хочешь сегодня. Хоть ежей, хоть кем. Хоть че, хоть я. Он сегодня дома. Падну. Так что. Вот так. Я сегодня в кайфе. Кайфуем! Мы сегодня ночью кайфуем! Вон какая красотка пришла! Вот ты не волосы! Запах золотит кайфас теперь! Он позади валится 20 штук на полу! Ой! Так, надо её повалить и сделать своё дело! Ну... Здесь будет показывать! Что ты будешь с ней делать? И где чего? А у нее уже нет чего. А ну, ладно, твое дело. Никакая разница. Да и. Ещё хоть кайт меня называют, хоть ты там мне ёжик, хоть там кино, кайт ты бантик называешь меня. Без этого, не помню. Я сегодня кайфую. Ну, если она на меня нападает, как я не могу её бить? Ладно, сейчас буду за девушку. Их бьешь, а они кайфуют, они стонут еще вдобавок. Я у них на них уже 100 раз накончал. Валяется, он 25 уже будет заводить. О, когда причем бы зашлись. А тем более. Ну все, моя киса. Пойдем в бой. Это моя киса. Это моя, не. А, ты касаешь моей жены. Да! Все! Вот твоя очкастая! А? Вот твоя очкастая! А причем очкастая? Ты моя будешь жена! Нет! Да. Да. Ой,
Чё ты здесь не прёт? Чё ты здесь вон так прёт, ты мне? Что с пармезаном тебя прёт? Может быть. Вот так. А я... Я же сказал, что моя киса. Какая твоя? Ну, потому что это тоже кошатник. У тебя хвост, ушки есть, все. Ушек нет, кстати. Ну, хвостик есть, есть. Блин, надо было хвост отцепить того. Чунга-чанга. Нормально. Ну что, он даже какие не сиськи классные. Оцени. Мне больше нравится Сокуб. Сукупши. Ага. Я кажется, тут ты приревнует тебя Сукупшу. Кое-кто. Ой, а давайте за нее поиграем. Что-то разогнать. А будто спать. Тенгу ты. О, дружок, кто меня будет ревновать тогда? Тенгу. Скажет, что там зубш такая? А вот такая вот. Жизнь кайф молочком. Пойти что ли взять еще энергетика ёбну, что ли? Ага, вот ты чё уже встать-то пошла! Ну я уже купил такую бетулку, надо ещё тут взять. Понятно. Торнадо лучшая вещь в мире. Торнадо Макс. Вот блин, тебя прёт-то! Оу, не говори. Вот он. Вот он. Замыкается. О, еще одна красотка. Опять девка. Понял, Игорь? Её прозвище... Чё-то я об этом прозвище не знал. Сугубше. Вот это да. Браво, браво. Ну и сугубше, когда меня сугуб, пожалуйста. У меня она моя. Да я не забираю, спокойствие. Ты чё? Я тебя долго отобью, что девушка. Да я же шутка, чё ты? Я и тебе долго. Не, просто я тебя долго отобью. Я только не займу у тебя ее на пару времени. На пару часиков. Ну да. Да ладно тебе. Да ты из метро. Да вот эту сукупку мне отдай, да просто. Вот эту. Вот это ракурс. Ну да. Хочу посисяндрить ее. Да если на сисяндре тебя не пить. А, сейчас приду, я пойду сейчас это возьму, энергетика. Окей, мы пока с нашими зрителями пообщаемся. Опа, еще одна женщина. Это уже Юрий какой-то пошел. Так, вот так. Уложили. Отлично. Фонт.
Понятно, понятно. Но она, походу, и на девушек такое же. Магию пускает. Тем более, что они так и ползут. Ну, придется ее энергию воровать. Чё уж. Ау. Как это так? Она меня побила. Ну всё, блондиночка, извини, конечно. Ты красивая, но... Не настолько. Ой, чёрт. Ё-моё, меня убили. Фига себе, блондиночка даёт. Так, ну всё, пора за мужика. А то что это? Я же мужик. Да, это говорил я, да. Может, сейчас тоже ванненько взять? Я не знаю. Эй, я тут, я что-нибудь упустил? Да так, общались. Чего тут? И новости? Меня победили. Так, я буду... Меня победила блондинка там какая-то. Я тут не помню, меня типа юный ежик, что ли, чуть не врубился. Я что-то не понял. Я вот тоже чуть не понял. Что-то я не догнал. И я что-то не догнал. Юля, ты о чем вообще базар ведешь? Смеяться не хочу. Я хочу быть бэктером. И бить всем рыло. Всё. Вот. Видишь, какой красный. Блин, опять девушка. Ну как бить девушку? Отойди от меня. Отойди. Я не бью женщину. Отойди. Ну ладно, ты настаиваешь. А ты явно не верю. Ох, куколушки, куколи. Нет, посмотри, он явно не верю. Нарывается. Хочет нарываться. Там тебе написали, Серёг. Ты там кое-что делал, что там пишешь, скажи. Ты о чём, какой базар? Ладно, забей. Блин, они давно забили всё. Всё, уложил. На лопатки. А точнее, на грудь.
Че у тебя там по скачиванию? Все жду. На русском не буду. О, на меня панда нападает. Да, правильно, Тенко. Главное, чтобы туда не попали. Нормально. Сражаются с медведем. Где еще такого увидишь, а? Да нигде. Нахуй с ноги. Хорошо, хорошо, возьму. Чё? Хоть сейчас возьму. Куда? Куда? Да не, взять, короче, девушку с веером. Тенко просит. Ага. Уже второй раз. Так, ты какая тут свежим-то была? Так, а что-то я в упор не вижу. У кого тут верь? Что там не видишь? Да не знаю, за кого играть. Вот, думаю. Танко, говори. За кого? Я не вижу ни у кого здесь веера. Даже не та девушка с пушкой, которая свадьба на реле. Так у нее не веер. У нее фото. И все, да? Ну вот сам посмотри. Я подсказал. А, может, веру это, который верит, который матерь там считается. У нее же был верит. Ну ладно, я ее убью. Там посмотрим. Опять девчачий боль, девичник. Чёрными хвостиками потом возьму. Здрасте. Кто это там пришёл? Я вообще все бегут раскачу.
Так, Тенко, а какой ты говорил? А то, что с двумя хвостиками. Сейчас глянем. Сейчас скажу. Сейчас посмотрим. Ты где? Чёрным хвостиком? Угу. А кто у нас чёрный хвостей был? Вот это что? А у неё вежи есть, да? Вежи? Нету. А то, блин, кто рядом с ней? Чего-чего, ТНГ? Каких ребят, которые за вас играют? Шо? Я чё-то не понял. Да я тоже. Ладно, я буду, короче, Джинказама. Всё. Был у меня заказ нарисовать человека в образе Джима Казан. Неплохая работа, кстати, получилась. На, вот, киборга просто переломал. Говорит, ну, подписчик, что ли, хентай? Не знаю. Но пришедшему привет. Он еще хрящит. Что пишет? А-а-а. Или она, или он, не поймешь. Чё, да? Что да? Что-то с хентаем замутило. С хентаем. Просто с хентаем замутило, да? Что-то прям, о да! Вот это вот. Что вы там делаете? О, придется эту негритяночку бить. Получилось, да? Не, ну как глянешь на кого-то, аж засмеешься. Да, вот так. Неплохо, сколько человечка. Ну, давай мне пельмешек. Пельмешки. Ух, твой. Наконец-то мужицкий бой был. Серега, тебя спрашивают, как твой бой? Видишь, я разговариваю. Вот тут он читает, я переписку, это был девайс. Ау. Ты читаешь? Что-то ему спросили. Т.
Сэнг, ты в ответ тому человеку, кто тебе написал. Сэнг, делай тут это. Может быть, на стороне там, посмотрите. Ребят. Я-то при чём? Да я не про тебя говорил, про тех. Видел, кстати. Слышь? Чего? Два часа видео. Угу. Нормально такой стрим получился. Нормально закончится. У меня скачка, потому что... Ну, ребят, дорогие, я заканчиваю. Ты. Чё Тенга написал? А, понял ты. Ладно, сейчас выберу как раз её. Въезжай. Ты чё, а чё вообще? Да короче, что девочку выбрать с двумя хвостиками на голове. А какая именно? Которая тратила-то вначале, да? Сейчас покажу тебе. Это... Вот. Вот это что ли? Да. Иди. Тенга, создай себе персонажа, он будет тобой играть. Рига, ты создай ее. Ганна. Ее создать, ну? А это я. Киборг. Да. А может поставишь повышенный уровень? А какой еще повыше? Тебя получается, как ты играешь с ними на нулях, как будто бот вообще ничего не могут делать. Не знаю, там настройки не было. Ну, не знаю, Тенг, мне лично не в кайф. Я-то тут не кайфую. Я просто смеюсь так, говорю, там что-то он игры знает. А так, реально, не кайфую ничего этого. Там якобы там девочки дрались, там типа кайф получают. Не мой типаж. Опять девочки на водичке дерутся. Как всегда. Мокрый. Закон. Мокрые девочки. Мокрые бывают, когда они в одно мокрые. А это испорченные. Ау. Надо вот проверить настройки. Я вроде бы ничего не менял. Вот я восстаю тебя, типа, так сказать, тебе отражение боя, либо новичка, либо норм, и вот и все, но не стоит это, типа, на такого, типа, на бойцовский. Давай ты меня. Сам заметь, посмотри, как они дерутся, как ты дерешься. Вот, заметь ты хоть немножко это. Как будто уровень тебе, типа там. Средний. Кушай. Ну вот именно. Оставь высокий. Так, извиняюсь, ребят. Ну что, теперь не кушать, что ли? Давай тут сложный поставь. О, вот это будет поинтереснее. И вот так. Раунд 5. И вот так. Нет ограничений. Ну ты какой? Ну ты какой?
Да, согласен с тобой, Оля, но бывает и наоборот. А если драться чисто за себя? Не, слышишь, дождешь ты за родственников, и то от родственников получаешь по шее. Ну да. Ты ей не доиграл, кстати. Иди к ней обратно, доигрывай. Вот в таком костюме, короче, школьница. Чё, на школьницу потянул? Ах ты, извращенец. Ах ты. Сейчас приду тебе, папа-папе-то дам. Да, в этой игре можно создавать персонажа. Но не совсем так, как хотелось бы. Ну, Тенгу, ты чё-то, по-моему, загнул палку. Перезагни её немножечко, отогни. Это только можно сказать перса в одной игре, которая в игре есть, кстати. Вот там можно создать тебе. Да, там можно. Чего хочешь создать? Хоть без лифчика. И без трусов. Шучу. Фу-фу. А я не пошла, нет, не имею, ничего не попало. Так что ты влип. Да, а да, так это знает. А я чистенький. И что теперь? Ну, значит, я не пошла. Ну и что? Плюс. Ты тоже хорош, если в записи посмотреть, ты тоже хорош. В каких записях? Ну, в стрим эта запись будет. А, это что ли? Ну, это... Это разговор. Не на разговор был, так-то. Ну, забыл, и о играх разговор. И о парнюхе был разговор, и о инвалидах. Сейчас зачем что-нибудь поднимем, еще раз кого поднимем. Какую тему еще затронуть? О финансах. Который еще поднимали разговор. А Ютуб поднимали разговор. Ютуб, ВК. Какие еще будем дебаты проводить? О нижних трусиках девочек об этом? Что не к форме она идет? Почему-то синяя трусы, а юбка красная. Не подходит, не подходит. Они же все девочки одевают, чтобы все было одинаково. Белые эти кольфы, белая юбка, белые трусики, белая блузка, белая лифчик. Это их. Так, а ты нас разбираешься, Олег. А чё хочешь? Хрык-хрык. Горничные. Вот видишь, ну белые. Не подходит у нее под ее стик. Ау! Жа. Артенга, пошляк, единственное, ты ебут. Да нет, он хороший. Там пошляк 50%. А если на все 200. Пошёл, пошёл. Верить здесь, верить этого. Я в открытую все говорю, мне похуй. У каждого своя натура, правильно? У каждого своя вкусы. Насколько я знаю, тут двухцветных полос нет. Очки заказы тут. Ага. А меня тут типа не замечай, меня тут нет, да?
Тендер. Угу, окей. Ну ладно, я буду пухивать секси. О, этот пришел. Это я, блин. Как в очках. Пьяный. В очках бежал, в очках пьяный. Угу. После энергетика. Он тебе даже бутылка на поясе висит. Видишь, как я тебе... Ах ты, зараза, бишь. Хай своими трусами показывать. Ай, нет, нет. Я хоть и пьяный, но я сон. Слабовато. Слабо. Еще рынку. Еще рынку. Еще рынку. А что тебе пытается? Ты где ты любил? Чё-то я не... так, и сюда ты, маленький. Ещё одна рынка пролит. Ещё одна, ещё. Куда столько, столько нахуй? Отрезу я её. Чё-чё-чё? Чё я не помню, Игорь? Это... Ой. Он где? Вот спи. Ой, плохо дело. Ну если такая, то тоже. Ну, давай-ка пошалим. Опять он! Знаешь, где вы борзе? Я ж сказал... Да нет, я еще кричу. Ты же вы борзе, борзе! Уже в сумочку пробежал там. Я твои туски не почел. Но... Вот так вот надо, вот так вот. Малышка, глупышка. Лежать. Уже нож. Я надену еще стопочку. Бык. Опять рюмку мою уебал. Да ё-моё, но нет. Пьян. А вот тебе деньги забрал. Ты Кали, твой муж. Так, кто следующий? Я 100 грамм. О! Пришел вот это вот. Это ты? Не похож. Не, это не я. Я покрасивше буду. Да что ты? Пау. Домогаюсь, да не учишь. Домогатель.
Эш ты как я. Как это за него болит? Подожди. Ты что? Смысл за него? Смысл, да? Это как это так? Там будет вот тебя болеть, когда будешь драться. А это сам... что за тебя? Ты за меня, ты видишь, она сказала, писала, Кать, не обижайся. Не обижайся, видишь? Пиши до конца. Она написала, ты же еще не начал играть. Вот когда начнешь играть, тогда буду за тебя болеть, Кать. Ну не обижайся. Все. А я что, а я хоть раз обижался? Сейчас пойду плакать. Я обиделся. Пойду. Я по мумии вижу. Ага, хрен дождетесь. Да он меня и не выиграет, даже с твоей поддержкой. Слышь, ты по мне нравишься. Да я тебя в любой момент просто убил. Это пошли хон-хон. Ну это тогда надо с вторым переименовывать. За мне конец. Да и там я тебя могу делать. Или джамфон. О, а там вообще я тебе не шансон. А со мной с вылетами. Кстати, ты игру, значит, не... У тебя вот длина, да, та тебе игра? Какая? А та еще анимешка. Академия. Да, но я ее качаю. А может, я уже скачалась? Ну, пожалуй, на паузу, дай, пожалуйста. Сейчас. А где у меня? Ты вообще качаешь? Там он подключился. Чё? Ну чё, качаем. Сколько там процентов? 60. Чё-то я не вижу. Так, все, продавай. Дальше. А мне 60. Тенга, кстати, приглашаю тебя бухать. Бухарик. На. Всех приглашаю. Пошел с ума вылазить в игре. Это моя магия. Вот так вот. Вот так вот тебе. Зеленый, блин. Еще хочешь? Дам. Так, я сейчас возьму. Я сейчас обижусь. Ой. Убитый персонаж. Ой. Персонаж. Какой покупки? Ну что? Хочешь создать? Не, не хотел создавать. Так. Ну все. Я не обижаюсь ни на что. Я безобидный. Неправда. Если бы был обидный, я бы обиделся бы. Так обиделся бы, что не знаешь как. Ну ты бы обиделся. Здесь что за канал хентай все. Какие-то смутные сомнения.
Все, я псих, короче. Все, ребят, я пошел. Я псих, я опасен. Меня бесят все, я хочу всех убить. Все. Меня не волнует. Ничего. Меня ничего не делаешь. Я всех убиваю. Потому что я убик. Просто уничтожу всех бойцов. И буду чемпионом. Убегайте. Вы можете. Тонко пишет, я сейчас обижусь, я сейчас так обижусь, что больше с тобой дружить не буду, да, Кай? Я вижу, что потом тебе, Тонко, будет плохо, знаешь почему? Повалю на кровать. Так, вы мне это... Подожди, я сейчас подойду. Ничего себе. А что же загрузка такая долгая? Ох, боксер, боксер пошел. Ну я-то псих. Не напугай. Не меня, не зрители. Чего? Не меня, не зрители. Ну, ты не страшен. Ну и ладно. А я кое-что покажу. Да, ты пьешь кофе. Нет. Как пожру. А. Знаешь что? Чего? На. Понятно. А мне сейчас тоже скоро заканчивать надо будет. Девчонки, скрипалки, кто любит гранат? Потому что у меня уже бабуля издается. Мне сейчас получается, ты завяжешь. Сейчас еще пару боев и закончу. Ух ты, демон. Ну я-то сильнее Нимана, я же псих. Хорошие советы от Тонко. Я знаю, у меня хороший стояк всегда стоит, у меня суд. Какой-то старый получается не боевой, а вот на эту тему. Убил, 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 все. А я тоже люблю гранат. Особенно если еще гранат, обмазать девушку соком и из нее еще пить. Убью всех.
Убивай, убивай. Ну, демон-то убит уже, все. Танка. Да хоть ты будешь демонессой. Никакая разница. На тебя налью сок гранатовый, буду стерпить. Нет, па. И робота тоже уложит. Нет, его зовут Джим. Азазель, это мой бывший ник. Да-да-да. Стрим-то не про это, там. Стрим не про это. Ну, девочки выигрывают. Как? Чё? Ну, пусть пришла, то всё, хана всему. Победа её. Тэнго, приходи ко мне, я там тебе гранат. Не-не-не. Чё ты боишься, тебя убеду? Да, девушка. А что я тут сказал такого? Не скажешь дедули или бабули. Ладно, хочешь бабули быть, давай бабуль сладкой будешь. Я не хочу девушек. Никакая разница. Что такое? Перевод! Ну! Вот так вот. Эх. Пойду. Ну и красивое завершение. Все. Ну а на этом все. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. До встречи, до новых выпусков.